прицепили, теперь начнем движение. Угу. Как же развернуться и проехать назад с прицепом? Начнем поэтапно опять с тобой. Ну, естественно. Первое. Проверяем на настройку дело. Зеркал. Мы должны видеть не ну, только автомобиль, но и сам прицеп. Да. Настроили. Не понял. Левое зеркало. Настроили. Как наоборот. Правое зеркало. Ну, мы видим слева и справа прицеп. Поворачиваешься. Потому что по нему будем ориентироваться, как ехать.